Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой... Что-то я потупил. Это потому, что я, так сказать, недавно проснувшись, ну как недавно, где-то часа полтора-два назад. И мы с тобой продолжаем The Long Dark. С выходом... третьего эпизода мы с тобой решили проходить. Так, последнее у меня должно было быть. Где вот это, да? Последнее место это что-то... Так, 10 час 02, час 09. Да, вот. Загружаем игру. Вот, мы с тобой уже успели два раза помереть. Как-то мы с тобой не очень удачно начали игру. Ну, не знаю, как-то вот... мусор всякий. Как-то вот так вот все вышло, получилось. Но я надеюсь, это не сломает нам впечатление. Насколько я понял, здесь пересмотрена система драки с волками. Ну не знаю, посмотрим. Я так немножко почитал всякие обновления. Так, наша ошибка была в том, что мы были не согреты... мы были голодные, я куда-то попёрся, надеясь, что на вышке будут какие-то запасы или что-то в этом роде. Но ничего не оказалось. Так, сколько у нас костер будет? 1 час 55 минут. С одной стороны, можно постоять и подождать. Где у него здесь ожидание? Тут где-то должно было быть. А с другой стороны, можно что-то почитать, да, посмотреть, что у нас тут вообще. Давай, чтобы мы к управлению хоть как-то привыкли, посмотрим, что у нас вообще с вещами. Так, три бревна. Нам надо будет, наверное, с собой потом носить только по одному. Вот, мы можем приготовление плода шиповника сделать. Труд из газеты. Ага. Труд, наверное... вот интересно, он весит меньше? 0,5, а газета? Ну да, оно того. Это что такое? Так, из палок, из газеты, из газетного рулона. Давай сделаем. Так, это тоже из газеты, да? Так. А газетный рулон сколько весит? Ну вот, тоже 0,22, значит, 1,010. Я так понимаю, здесь общий вес показан. Так, где у нас вот... пока температура у нас поднимается. Температура тела, это хорошо. Так, ну из палок делать не будем. Палки, они просто есть. Сколько там? Час 6 минут. Я думаю, этого вполне нам достаточно. Пойдемте. Вопрос только куда? Нам в любом случае надо было что-то делать, потому что мы выбрали, что возьмем с собой в самолете пистолет. Так. Мне с ним как-то... побезопаснее. Кстати, перезаряжен у нас? Нет, даже не перезаряжен. Вот теперь все отлично. Великолепно. О! Это камни? Да, это камни. Так, на что у нас там брать... просто, я понял.
возьмем пару камней, потом попробуем на кроликов поохотиться. Пока нам дойти бы до какого-нибудь домика. Если я правильно помню, то это как у нас выживание, это Милтон. И домики должны быть где-то внизу. Так холодно, что даже больно. Еще бы. Ты стебешься, я круг сделал? Так, а как мне быть? А, вот, наверное, через пещеру. Ой, как темно. А у меня никакого освещения, да? Но по идее я могу факел сделать. Я же могу его сделать, или у меня недостаточно чего-то? Труд. Фонарь. Ткань. Масло для ламп. Ну, естественно, я его использовал. Но у нас... А сигналки у нас есть? Сигнальные ракеты какие-нибудь? У нас ничего. Ну вот это горючее, я понял. У нас масла для лампы даже не было. Ну да, у нас по сути ничего нету. Ну пойдемте, пройдемся. В пещере. Опять замерз, это что такое? Вообще бесполезная пещера просто. А, ну уголек вон есть. Можно взять один. Я не знаю, опять отогреваться сидеть. Ждать утро, так сказать. Так. Книга. Веточка. Ну, из этого весь The Long Dark отличается от многих выживалок с сюжетом, потому что во многих выживалках с сюжетом там мало выживания, но много сюжета. А тут вот именно... Looks like it worked. Так, пока горит, надо добавить палки какие-нибудь. 1:20. Так, уголек у меня один, да? На 2 часа, нет. А здесь именно вот то, что много выживания, приходится именно много выживать сидеть. Чем-то заниматься какой-нибудь другой фигней. Так, состояние, болезни нет. У нас только середина ночи. Я, честно говоря, не знаю пока, что поделать. У меня ничего такого нету. Масса для ламп. Надо же. Раньше, по-моему, не надо было масса для ламп. Повязка. Давайте шиповник поделаем, что ли, я не знаю. По 15 минут, да, делается. Скоро захочется есть, да, я понимаю. Так, что у нас с костром? 1:23, можно еще сделать. Можно еще поделать шиповника. Так, можно сделать повязку из ткани. Так. Труд нам не нужен. Угу. А чай как-то можно было сделать из шиповника. Нет, все, больше нельзя. Ладно, пусть шиповник я с собой потаскаю. Сколько у меня повязок? Аптечка.
Две повязки. Мне, в принципе, этого достаточно. Целебный чай, да? Готовить... Подождать. Давайте выпьем. О, согревание, отлично. Я помню, что там какие-то эффекты будут даваться. Вот, этот эффект нам более чем хорошо поможет. Мы согреты, получается, все, нам время терять нечего. Опять забыл, откуда я пришел. Давайте попробуем сходить к вышке. Нам просто как-то надо отсюда выбраться. Я не понимаю, как. Так, что-то сохранилось. Так, вышка там, да, по идее? Правильно же? Да, вышка там. Пойдемте к вышке. Как-то можно было от вышки... Палочка. Блин, ну мне кажется, стало как-то поинтереснее играть, чем ранее. Сейчас это прям, если начинать с первого эпизода, наверняка прям такая игра полноценная максимально. Волки воют. Чего они воют? Не, ну понятно, что они там от голода, от холода. Вот, 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 вот здесь, да? Можно вниз потихонечку. Я надеюсь, я круг сейчас не делаю. Вон домашка. Домишка какой-то. Домашка, действительно. Там наверняка и еда есть. Смотри-ка, дым из трубы. Значит, кто-то дома. Новая цель, исследуйте дом. Мы будем выполнять максимально все квесты. О, можно зайти вот в эти дома. Эй, кто-нибудь? Да никого здесь нету. Так, заперто. А, какие-то дома, я помню, здесь погоревшие. Местность выглядит так, как будто тут давно никого не было. Как замечательно. Город Милтон. Так, осталось только... Найти с освещением что-нибудь, да? Ой, у нас как мало спичек. Так, может где-нибудь керосиновая лампа здесь есть? Завалялась, так сказать. Или спички какие-нибудь. Наверняка где-нибудь есть спички. Я газировочку вижу. А, у меня 15 спичек. Все, это... Я понял. Ну? Я их убрал, я понял. Зажечь. Так, пока будем с тем, что есть. О, отличная очищающая штучка для воды. Батончик. Так, а еще раз ты зажжешь? О, персик. Микроволновки ничего. Духовка пустая. И еще бы что-нибудь там было. О, заплесневелая крольчатина, отлично. Это лучше, чем ничего так.
Так, 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 так. Что у нас здесь? Металлолом, стул, всякая утварь. Так. Ага, еще вот здесь что-то, да? Ой, зачем я это открыл? Так, тут у нас вода. Ну, пока будем бездумно расходовать спички. Наверняка где-нибудь их еще наберем. Шапочка. Я пока ничего не зачитываю, потому что у меня спички надолго не хватает. Так, машинка какая-то. Ага. Согревание закончилось. Хорошо. Да что такое? Я пытаюсь в бок пойти и нажимаю С. Так, что у нас там? Книга. Стол. А поспать здесь есть где-нибудь? Блин, я надеялся, здесь можно поспать где-нибудь. В этом доме нельзя поспать, значит. Окей, так, давай тогда покинем дом. Пойдем в следующий. На улице все-таки видно хотя бы что да как. Тут прям в темноте, прям тьма-тьма. Кромешная. Иногда загрузки такие долгие. Давайте сюда зайдем. Так, а можно как-то... Да, вот, освещение единичек. Так, металлолом, картонная коробка. Тоже ничего, да? Бумагу, не знаю, зачем пока просто высушенная кожа. А, тоже труд. Металлолома что-то много. Я даже не знаю, куда мне его. Мы его... Деревянные спички, отлично. Теперь их 20 штук. Великолепно. Так, я так понимаю, можно и ящик разобрать. Под ним может быть что-то. Так. Так, где тут выход? Покинуть дом. Здесь в доме ничего, ладно. Идем дальше. Главное место. Что тут у нас? Ничего. Так. Дом, в котором цвет, значит, в нем кто-то есть? Hello? Эй, кто-нибудь? Anybody here? А убрать можно? А как убирать? F, нет. E, нет. U, по управлению. Да вы смеетесь. Так, клавиши. Присесть, действие, стрелять, положить, перезарядить, убрать H. Все, отлично. Вот, великолепно. Опа. Старушка. Старушка спит. Старушка спит с ружьем. Ладно. Неизвестно. Hey. Эй! Эй, проснись! О, черт! Погоди, не стреляй! Отойди! Да-да, только спокойно. Что ты тут делаешь? Я увидел дым из трубы. Чужак? Что? Так я и думала, житель материка, чужак.
Голос незнакомый, и ты не сбежал с остальными, значит, ты с материка. И понятия не имеешь, куда забрался. Мой самолет потерпел крушение в местных горах. Я кое-кого ищу, подругу. Похоже, она пострадала во время крушения. Я никого не видела. Слушай, может, ты будешь целиться куда-нибудь в другое место? Думаешь, с закрытыми глазами я тебя не вижу? Лишний шаг или лишнее слово, и ты увидишь, как метко я стреляю. Я не сомневаюсь. Остальные покинули это место. Если ты здесь, то все еще хуже, чем они думали. Так, мы можем общаться, да? Ружье, кто ты, город. Давайте ружье. Ты сидишь с ружьем в руках, ждешь неприятностей? Неприятностей? Ха, они меня уже нашли. Ты про метель? Злодеи, ко мне пришли злодеи. Забрали мои вещи, хотели забрать дом. Они думали, им нечего бояться, потому что серая мать слепа. Но ошиблись. Давайте про злодеев побольше узнаем. Что за злодеи? Люди, они прошли через город в ночь метели, в ночь огней. Я ищу подругу. Мы вместе летели, но наш самолет потерпел крушение в горах. Возможно, она проходила через город, и ее поймали. Эти злодеи. Эти злодеи? Я не знаю. Там с выражением надо было читать. Твоя подруга, она сильная? Я... Да, очень. Тогда надежда есть. Так, напали? Эти злодеи, они напали на тебя? Все думают, что если ты стар, то ты слаб. Но они недооценили серую мать. Недооценили. Похоже на то. Так, ага. Кто ты? Ну, это серая мать, видимо. Меня, кстати, Маккензи зовут. А ты? Когда-то у меня было имя, но горожане давно прозвали меня просто серой матерью. Имена живут собственной жизнью. Со временем они становятся теми, кто их носит. После этого старые имена забываются, и их могут вспомнить лишь юные и чистые. Значит, мне звать тебя... Зови меня серой матерью. Угу. А давайте про город. Где мы? В Милтоне. Это заброшенный городок в горах. Ты далеко от дома. Но где именно на острове Великого Медведя мы находимся? Мой самолет потерпел крушение, и компас почему-то отказал. Я прожила здесь всю жизнь. Я мало что знаю о внешнем мире. Милтон — последний из старых шахтерских городов. Сейчас сюда почти невозможно попасть или выбраться обратно. Здесь остались лишь слишком бедные или слишком гордые, чтобы уехать. Ты бедная или гордая? У меня есть все необходимое. Точнее, было до прихода злодеев. А теперь я даже не знаю, смогу ли пережить зиму. Мне нужно искать подругу, но я постараюсь тебе помочь. Мой разум затуманен. Что-то воспринимается четко, а что-то как во сне.
Дай мне подумать. Мне нужно отдохнуть. Возможно, я сумею развеять туман вокруг каких-то воспоминаний. Может, обнаружу что-то, что поможет тебе найти подругу. А пусто. Что значит пусто? В городе так тихо. Здесь еще остались люди? Немного, особенно после землетрясений. А после вчерашнего их стало еще меньше. Куда все ушли? Этого я не знаю. Я знаю одно. Я слышала крики и чуяла запах дыма. Почти всю прошлую ночь. Дым? Ты говоришь, ночью пахло дымом. Сюда приходил один из жителей города, уговаривал меня уходить. Говорила, в городе горят дома. Что люди напуганы и уходят на побережье пешком. Глупый план. Но после землетрясения им сказали делать именно так. Если будут еще какие-то чрезвычайные ситуации, отправляйтесь на побережье и ждите помощи. Меня звали с ними, но я еще не готов покинуть Милтон. Тебя бросили здесь одну? Я не одна, у меня есть Лилия. Лилия? Неважно. А, поставки. У меня у самого почти нет ни еды, ни снаряжения. Ты говоришь, эти злодеи тебя обчистили, значит, нужно найти продукты и топливо. А не то мы оба и недели не выдержим. Не подскажешь, где можно найти что-то полезное? Злодеи забрали у меня все. Все, кто мог бы мне помочь, уже покинули город. А тем, кто остался, есть о чем подумать, кроме меня. Тебе решать, чужак. Я сделаю, что смогу, но мне понадобится твоя помощь. Где-то в городе наверняка можно добыть еду и топливо. А как же твоя подруга? Разве ты не спешишь за ней? Спешу, я буду искать следы ее пребывания, но думаю, это займет немало времени, а без необходимости снаряжения долго я не протяну. Пока я ищу припасы, ты постарайся получше вспомнить ту ночь, и особенно, проходила ли через город моя подруга. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Хорошо, чужак. Серая мать не может обещать, что сумеет вытащить эти тайны из темного шкафа своей памяти, но она попытается. Ой, еще больше кошмар. Жители материка. Ты называешь меня жителем материка, почему? Но ты ведь и есть житель материка, ты с материка, ты чужак. Ты чужой в этом месте, разве нет? Это понятно, но похоже, тебя это злит. Во время разрухи мы потеряли все, мы сами не осознавали, насколько зависим от материка. Кого-то это устраивало. А кое-кто не желал довольствоваться крошками с вашего стола. В городе произошел настоящий раскол, эти раны еще не закрылись. Мы полностью зависели от материка и перестали получать от него поддержку. Было тяжело. Я никогда раньше об этом не слышал. Неудивительно, вам, жителям материка, всегда была интересна только ваша собственная история. Вы всегда обращали внимание на великий медведь, только когда надеялись что-то получить. А если здесь нечего рубить и нечего бурить, то какой вам интерес? Так, электричество. Похоже, электричества нет во всем городе. Электроснабжение здесь нестабильно еще с тех землетрясений. Ни у кого нет денег на то, чтобы починить все, что было повреждено. Ну а на континенте наши проблемы мало кого волнуют.
Наверняка кто-нибудь приедет и все починит. Да, действительно. Милтон не дождется помощи. Почему ты так уверена? Я хорошо слышу разницу между тишиной и заброшенностью. Здесь не просто тихо. Это последнее мгновение перед тем, как мир погрузится в сон. Мы последние, кто еще бодрствует и видит это. Выход. Ладно, не подскажешь, как выбраться из города. Мне нужна помощь. Землетрясение прикрыло почти все пути в город и из него. Это уже давно было. По городу пронеслась сильная метель, а потом пропало электричество. Что до помощи, тут тебе никто не поможет. Ты один, как и я. Другие. Что тут на самом деле произошло? Выглядит так, будто недавно все были еще здесь. Куда все подевались? Почему не просили о помощи или не уехали? Электричество разом пропало. Почему? Кто знает. Люди мерзли и голодали. Ударились в панику. Начали сходить с ума. Кто-то пришел с шоссе, некоторые здесь и жили, другие чужаки вроде тебя. Может, кто-то видел женщину, каштановые волосы, светло-коричневая куртка и шарф с птичками. Может быть, ранена. Шарф с птичками. Была женщина, тоже из чужаков, и она была не одна, я слышала злые голоса. И... Но метель все заглушала. Голоса? Я больше не слышу голоса, я не знаю, как вернуть. Голоса? Ты говорила, что слышала голоса. Ты не помнишь подробности? Воспоминания совсем туманные. Я стараюсь вспомнить. Был сильный ветер, уже начиналась снежная буря, и тут я услышал крик, вопль. Кричала женщина? Не знаю, голоса были тихие. Начиналась снежная буря, вскоре остался только ветер и тьма. Я не знаю, не помню, все смутно теперь. Все, да, больше нету текста никакого. Вот и пообщались. А соберите припасы для Серой Матери. Журнал обновлен знания. Карта? О, у нас появилась карта, шикарно. Так, Серая Мать. Вышка. Еще и целиковая. Слушайте, а в выживании я не помню, чтобы целиковая была карта. Как интересно. Ну, как интересно, это надо будет все подизучать. Я помню, я ходил в выживание вот здесь. Вот здесь какая-то ферма будет. Вот тут как раз церковь. Вот тут вот. Вот тут вот, вот тут вот я носился. Тут мост, медведь был. Вниз ходили как раз. И где-то здесь было крушение самолета. Мне казалось, где-то здесь. А тут он вообще вот здесь как-то странно, интересно. Так, чтобы увидеть подробности. А, нажмите J, я понял. Это тоже Серая Мать. И поищите припасы на заправке. Наполните поленницу с Серой Матери дровами. Ага, по сути у нас два задания сейчас, я понял. А, где мои спички? Блин, нам поесть бы надо. А сейчас... Сейчас, блин. Что угодно бы сейчас съел, действительно. Че, мы можем что-нибудь у нее брать? Она нам
позволит. Нет. О, а тут есть кровать, можно поспать, отлично. Ну да, действительно, здесь есть кровать. Но. Блин. В темноте вообще ничего не видно. Ладно, пойдемте попробуем мясо приготовить. Оно нам даст, интересно, на своем. Так, камин. Так, ячейка для готовки, по-моему, я видел. Ну где она? Амин, вот. А, готовить. Давайте мясо приготовим. Так, есть еще. А, что у нас с водой? Подождем. До закипания 19 минут, до готовности 16 минут. Так, отлично. Съедим. Отлично. Подождать. Возьмем с собой. Так, еще сделать воды. Тоже возьмем с собой. Так, где еще тут? Ячейка, так, готовить свежий персик. Открывает. Нужно следить за временем всего. А то что-нибудь пригорит или что-нибудь выкипит. Так, вот он топится. Так, до полного выпаривания 29. Так, подожди. А этим 8 минут. Съедим. Отлично. Еще и согревание получили. Так. Попьем. Так, пустая банка. А что у нас с водой? Вода, 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 вода. А, у нас, в принципе, воды более чем хватает. Все отлично. Все забираем. Поднять. Пойдемте наверх. Попробуем поспать, если нам дадут, потому что тут ночью делать нечего, а герой у нас частично уставший. Это было бы очень-очень кстати. Так, сколько у нас там? Уже скоро утро, часа три давайте. Часа три пусть персонаж отдохнет. Во, другое дело, уже посветлее. Так. Аж у нас, да, убрать. Давайте походим здесь, порыскаем. Шитье для начинающих, отлично. Можно будет почитать. Научитесь чинить одежду и ухаживать за ней. Однажды этот навык спасет вам жизнь. Отлично. Так, что у нас еще есть? В туалете можно воду взять, но мы не будем. Так, здесь можно что-нибудь взять? Картонная коробка, картонная коробка. Картонная коробка, это для трута. Нам пока это все не нужно. Мне бы ящик какой-нибудь найти, куда я могу складывать что-либо, но что-то открытый сундук. Ага, закрыто все. Все закрыто, нам ничего брать нельзя. Вещи нельзя трогать. Ничего нельзя вообще. Короче, надо пойти какой-нибудь взять соседний дом на абордаж. О, обыскать шкаф. Пусто, отлично. Это шкаф для нас. Давайте тогда сюда что-нибудь сложим. Так, таблетки я с собой потаскаю. Так, одну банку воды можно здесь оставить. 12 спичек. Они почти ничего не весят. С собой потаскаем. Шкуру оставим. Мне пока это не надо. Поношенный жилет. Пусть пока тоже здесь лежит. Так, это я оставлю. Два камня я оставлю. Вот полено можно... Ну, пусть будет три даже штуки здесь валяется. 3 килограмма книг. Совсем, что ли, сумасшедшие? Сумасшедшие, да, действительно. А где книжка для изучения навыков? Подожди-ка. Или ее выложить нельзя? Так, ветка... Набор.
О, две банки, отлично. Одну можно оставить. Так, вот эти вот очень тяжелые оставим. Плоды шиповника пока, наверное, тоже можно оставить. Хотя они почти ничего не весят, пусть будет. Так, поехали ниже. Так, это чтобы воду чистить. Стопка бумаги. Труд на полкило, можно штук 5, наверное, оставить. Дать так. Так. Это оставляем. Ткань. Тоже передадим все. Так, носки. 28, 22. Потрепанные шерстяные. А че я их не одел? Ну-ка. А нет, одето все. Вот эти, по идее, будут лучше. Но их починить надо. Я понял. Так, штанов нету, курток никаких нету. А жилет, кстати. Он к чему относится? Нет, смотри. Ну-ка. Носить. А сюда куртку, отлично. Носить. Великолепно, так. Более-менее утеплились. Перчатки вот такие, да, только. Ботинки только такие. Хотя мне казалось, мы подбирали ботинки. Нет, это мне показалось все. Это мне показалось. Так, ладно. Книжки. Блин, а как же изучать? Просто раньше можно было изучать, шить что-нибудь. Так, вот у нас основная и побочная линия. Освоите уроки школы выживания, научитесь чинить одежду и ухаживать за ней. Однажды этот навык спасет вам жизнь. Зашить одежду, 3 штуки. Так, люди, действия. Знания, действия. Места. Пока... А, выбрать, все, я понял. Выбрать. Понятно, это такое все. Во. Шитье. Все о ремонте одежды. Проверить. Шитье для начинающих. И... Как бы я, получается, изучил, что ли? Футляр из рюкзака Астрид с места крушения. Так, по стрельбу у нас ничего нет пока. Ох. Ну да, как интересно. А выживание надо было прям брать книжку и ее там читать несколько дней, несколько ночей. Но пока мы ничего с тобой шить не будем, нам надо сходить каких-нибудь припасов набрать. Так. Игра сохранится, интересно. А раньше, когда входишь-выходишь из дома, он сохранял игру. По крайней мере, так было в выживании на автомате. Сейчас я даже не знаю. Надо обратить внимание. Иногда эти загрузки убивают просто. Так, значок сохранения я не вижу. Кровь. Так, я даже не знаю, с чего начать. Пойдемте посмотрим в машине. Это что такое?
Где-то волк жрет. А, вон волк. Да, нет, это камень. А где? Где-то волк ест кролика. Ах, там какая-то записка была. Тут много всего придется читать. Именно в прохождении. Посмотрим. Так, кредитный союз Милтона. Газета, картонная коробка. Это тень. Картонная коробочка. Так. Стопка бумаги. О, бумаги здесь много, это хорошо. Стул. Металлический стул. Был бы обычный, было бы лучше. Нету денег. Автомат без денег, понятно. Так. А ключ от дома управляющего банком. Ключ от дома управляющего банком. Открывает один из домов в Милтоне. Хорошо. Это, наверное, ключ от дома управляющего банком. Ничего. Водичка. Так, картонная коробка. Какие-то записки. О, мусорка. Что, в мусорке может быть? Ничего. Ткань. Вот ткань, кстати, наверное, можно разломать. Пособирать. Так, 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 так. No cash. Везде написано no cash. Так, так, так. А радио чего? Не включается. Ну да, электричества же нету. Так. Вообще такой город непонятный. Ну-ка, ну-ка, газировочка. О, прям увидел. Долго мы с вами будем в это играть, если мы выживание отсюда выйти не смогли. У меня просто терпения не хватило. О, лекарства какие-то. То здесь, я думаю, подавно. Пыльная банка свинины с фасолью. Фасоль в соусе с кусочками чего-то вроде свинины. Отлично. Это очень похоже на еду. Так, туалет. Картина какая-то. Газеточка. Так, ну вроде еще мусорка, да? Ничего. Я напомню, это все происходит как бы в Канаде. Если кто-то не знал. Отлично, только я не могу открыть, да? Да. Необходим гвоздодер, у меня гвоздодера нету. Деревянные спички, отлично. Так, ничего. Стопка бумаги. Нет, не надо. Просто будем знать, что у нас здесь есть стопка бумаги. Травяной чай, отлично. О! Чашка кофе. Отлично. Картонная коробка, картонная коробка. Баночка. Баночка кофе, по-моему, если я не ошибаюсь. Не успел почитать. Стопка бумаги, газета. Больше ничего. Ничего вообще. Так, это что такое? Угу. Ничего, стопка бумаги, шкафчик. Так, металлическая полка, стопка бумаги, стопка бумаги, металлическая полка, картонная коробка. Так, коробки ничего, ничего. Опа, банковское хранилище, необходим код от банковского хранилища. Закрыт, сюда пока не пройти. Так, а как он? Я забыл. А, во. Опа.
Будем с вами в медвежатник играть. Что-то около 7, да? Так, ладно, давайте назад еще раз. Пять. Лошадь бы съел. Сейчас не до лошади. О. Стопка бумаги, книга, банкноты. Все, да? Это ради того, чего мы тут сидели. Банкноты нам не нужны. Мы же на них ничего не купим. Так, а здесь можно как-то, я не знаю, качество немножко не то. Да, это немножко не то. Так, экран. А, поле зрения. Размер интерфейса, полный экран, система измерения, отображение интерфейса, всегда экран, так, субтитры включены, язык русский. А что за доступность? А, борьба все-таки есть, это хорошо, ладно. Нет, здесь нельзя. Я думал, можно как-то яркость сделать повыше, но что-то я не нашел. Может, я слепой, конечно. Наверняка так и есть. Я наверняка слеп. Так, что-то здесь было. А, это просто покину. Все, я понял. Ладно, давайте пойдем. Так, сможем еще в какой-нибудь дом зайти. И на этом остановимся. Вот, записочка, отлично. Письмо из кредитного союза Милтона. Письмо из кредитного союза Милтона. Официальное уведомление для клиентов банка Милтона. Прочесть. Письмо из кредитного союза Милтона. Сентябрь 2012. Господа, вследствие форс-мажорных обстоятельств, хорошо вам известных, мы не можем продолжать работу. Обслуживание банка приостанавливается. Дальнейшее уведомление. Управление. Вот. Давайте возьмем с собой. Так, машина. Это мы в ней были или не были? По-моему, в этой мы не были. Не были. В этой не были, но тут ничего нет. Так, радио. Угу. Ничего, ладно. Так, пойдемте к следующей машине. Тут надо не забывать про заднее сиденье. Бывает такое, что на задних сиденьях что-нибудь... О, записка там какая-то была. А я ее даже не заметил. Так, что это за записка? А, записка наскоро нацарапана на обратной стороне бумажки. Прочесть. Измены. Я обещала, что брошу его и сделала это теперь, как мы и договаривались. Я жду здесь. Где ты? Холодает. Подбери меня у почты, хорошо? Если не сделаешь этого до полуночи, я сваливаю одна. Возьмем с собой. Какие подробности? Прям Санта-Барбара. О, багажник открыт. Так, как бы нам не заблудиться?
А в какую бы сторону сходить? Пойдемте вон к этому дому. Вот в этот, я так понимаю, войти нельзя, да? Этот для нас закрыт, да, этот дом для нас закрыт. В машине этой мы были как раз. Так, надо будет научиться кролика ловить. Поймать кролика. А то я так в выживании не сделал этого. Так, и там ничего, там провода. Ладно, пойдемте тогда сюда, в эту сторону. Вон тоже дом какой-то, пойдемте к нему сходим. А он, походу, тоже, да, закрытый. Кстати, погоревший дом. Где, где, где? Ай-яй-яй, колющий, 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 колющий. Так, вроде все нормально. Так, опять переохлаждение. Да ты смотри, что ж такое-то? Опять надо греться где-то. Здоровье убывает. Надо быстро действовать, как-то слишком быстро все убавляется, очень быстро. Не знаю, мне кажется, до этого как-то медленнее все убавлялось. Багажник закрыт. Так, в какой дом можно войти? Вот в этот, да? Вроде как я вижу открыто. Вот плохо, что персонаж прыгать не может. Так, открыть дверь, отлично. Мне надо здесь где-то погреться. Ах, ну вот здесь температура поднимается. Уже хорошо. Так, чай. Окей. Ничего, закроем. Пусто. Пусто. Не чувствую руки. Да чувствуешь, все нормально. О, банка сардин. Так, здесь я вроде ничего такого не вижу. Холодильник, еще один шкаф. Надо найти что-нибудь поесть. О, топливо, отлично. Теперь мы в крайнем случае сможем сделать факел. Так, поесть, 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 поесть. Что мы можем поесть? Давайте банку сардины съедим, да? Ну да. Можно газировочки попить. Отлично. Раздувшаяся банка сгущенки. Отлично. Лучше, чем ничего. Так, это мы уже проверяли. Тут пусто. Так, занавески можно порвать, забрать. Газету мы пока брать не будем. Книга, обычный источник... Ага, просто книжка, я понял. Газета. Стул разобрать можно, видимо. Стол разобрать, видимо, можно. Вот, тут кровать есть, отлично. Отличное место нашли для сохранения. Новые спортивные носки. Новый жилет. Приличный шарф из хлопка. Ну, раз приличный, то надо взять. Так, это полотенце можно на тряпке порвать. И газетка валяется. Так, что у нас здесь? Как бы направить-то на тебя? Может, ближе как-то? Да, ближе надо подойти.
Пусто. Все равно оказалось пусто. И тут пусто. Какой-то пустой очень город. Книга. О, кроссовочки. Так, и кровать. В принципе, мы можем здесь остаться. У нас есть что покушать. Мы можем здесь немножечко поспать. Интересно, а чем он открывает? Ножом, получается? Нам больше нечем открывать. Пустая банка, отлично. Так. Понятно, это на разбор. Просто чуть теплее. Я понял. Так, шапка. Ага. Ага, понятно. Приличный шарф из хлопка у нас пойдет на это, на разбор. О! Риск при охлаждении увеличен. Отлично. А здесь мы пока ничего нам не надо. Так, что это? Приготовление грибы рейши. Эти грибы осталось залить кипятком, чтобы получить натуральный напиток с целебными свойствами. Пускай. Уже скоро ночь как раз. Да, действительно, можно будет здесь переночевать. Так, воспоминания мы прошли все, да? А сейчас мы, получается, проходим Серая Мать. Поищите припасы, наполните холодильник Серой Матери едой 8000 и дровами 12. Но дрова это можно. Так, основу выживания надо будет начать делать, зашить одежду. Так, места, предметы. Так, давай люди посмотрим, что такое. А, тут только Серая Мать, да? Слепая старуха, возможно, последняя оставшаяся в живых. Обитательница Милтона. Может, она знает, что случилось с Астрид? Да что-то она не очень хочет об этом рассказывать. Так, знание предмета это уже было, да? А, нет, это мы не смотрели. Повязка. Если не остановить кровотечение, вы умрете. Обычная тряпочная повязка может спасти вам жизнь. Используйте меню изготовления, чтобы сделать повязку. Тряпку можно найти или получить из имеющейся одежды. Плоды шиповника. Иногда лучший врач. Это мать природы. Из ягод шиповника можно приготовить чай, успокаивающий боль. Смотрите внимательно. Вокруг вас есть и другие лекарственные растения. Камни. Кролика можно оглушить небольшим камнем. Просто возьмите камень и метните его в кролика. А затем схватите животное, пока оно не очнулось. Мясо есть мясо. Волки. Волки не собаки. И в дикой природе они очень опасны. Обычно они избегают людей. Но стоит ли рисковать? Как и многие дикие звери, волки боятся огня. Костры, факелы и сигнальные ракеты будут держать их в страхе. Если бросить факел или запустить ракету, это их отпугнет. Но гарантии это не дает. Лучший способ избежать нападения волков – держаться от них подальше. Помните, что их привлекает запах крови и сырого мяса. Сырое мясо. Когда вы умираете от голода, то можете и рискнуть, но в целом есть сырое мясо – плохая идея. Приготовьте его на костре, чтобы избежать отравления или заражения паразитами. Приготовленное мясо можно дольше хранить, и оно не так сильно привлекает хищников. Ага. Спальные мешки. У нас, кстати, нет спального мешка. Отдых восстанавливает здоровье и помогает излечиться от болезни. Вы можете отдыхать в кроватях, которые попадаются на вашем пути. В спальном мешке можно отдохнуть в любом месте. Не забывайте, что отдых расходует калории, а спустя час и отдых вам захочется есть и пить. Отдых также сохраняет игру. Транспорт автомобилей могут служить укрытием, защищая вас от убийственного ветра и диких зверей. В бардачках и багажниках иногда можно что-нибудь найти. Понятно, так. Набор для шитья. Ключик. Это мы все читали. Так, здесь ничего нет. Ну вот как-то
А на карте даже обозначение есть, да? Ну вообще прям шикарно. Но мы им пользоваться навряд ли так часто будем. Вот из этого состоит вся вот эта вот игра. Весь The Long Dark. Ладно, на этом мы тогда останавливаемся, потому что время уже 1:05 прошел. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если вам понравилось видео. Не факт, что оно вам понравится, но кто знает. Ладно. Короче, на этом мы останавливаемся. Ждите следующей серии. Расписание выходит по вторникам ВКонтакте. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все ссылки будут внизу в описании. И всем еще раз хорошего дня. И всем пока-пока.